Это Арсений. И вместе с ним мы только что сходили в новую игровую детскую комнату, которая называется Смайлик. Мы побывали там до официального открытия. Оно пройдет 6 марта. И сейчас мы расскажем, покажем, что там, собственно, есть. Да, Арсений? Арсений, куда мы идем? В игровую комнату. Так, подожди. Веселиться. Давай еще раз. Куда мы идем? В игровую комнату веселиться. Ты веселый? Да. Пошли. Все цветы. Цветы. Цветы, да. А здесь? Вкус. Вкус, правильно. Вкус. Жи. Как сказать? Жи. 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 Что получилось? Да не знаю. Вкус жизни. Ты же правильно прочитал. Арсений учится читать. Новая игровая комната расположена на месте бывшей кофейни «Вкус жизни». Вывеску, конечно, поменяют, но мы пока пошли переходить дорогу по пешеходному переходу, потому что мы соблюдаем правила дорожного движения. Там можно полазить будет, мячик, попрыгушка, да? Пошли? В игровой комнате есть два зала, в одном есть горка, лабиринт. Ты силач? Ну как могу. Я даже меня не мочит. Ну как все мочат. Ну тут ты профи. А? Тут ты профи. Что это значит? Ну, умеешь. Иди меня, кому говорю. О, кстати, у нас на физкультурном тоже такие есть. Да? Ну. Я крепость построю. Можно построить домик, да? Ты строил домик? Или лодку? Что там у тебя получилось? Что ты строишь? Ничего. Головоломку? Нет. Помоги лучше, чем смеяться. Давай. Что надо сделать? Как тебе помочь? Как? Положить на вас. Давай. Еще вот этот последний. Блин, а что ты не держал-то? Лови. Вот, башня. Во второй зоне есть обеденная часть, есть стол, там можно отметить день рождения. И
И также там есть несколько разных автомобильчиков, на которых можно передвигаться с помощью ног. Что, сирена? Ты не залезешь туда. Какой тебе больше понравился транспорт? Мотоцикл. Мотоцикл, говорит Арсений. В общем, на мотоцикле он прокатился. Блин. Я все машины припарковал так, чтобы все врезались. Батька. Ты тяжелый просто. Как-то не очень. Тебя, походу, надо не на футбол, а в музыкальную, да, отдавать? Да? Ага, наверное. Как-то не очень. Это что? О, давай ты вот это и будешь вот так вот. Не, давай. Ты вот тут вот будешь. Это не музыкальные инструменты уже, а все это для маленьких деток, чтобы они головку кто? Развивали. Даже две есть. О, смотри, кто. Смотри, вот типа. О, а тут что? Чего, мышь? О, а тут кто? О, пёс. Собака? Предрастник, смотри, вся компашка. Но больше всего нам там понравилось, ну как нам, Арсению, детская игрушка, которая издает разные звуки. Не спорю. Да нет. Я тебе хлопать буду. Нет. Хлопать у меня уже есть. Oh my God. Похоже, не ту секцию мы выбрали, и у нас растет не юный футболист, а юный диджей, да? Поэтому следите за творчеством Арсения. Возможно, скоро он запишет свой первый студийный альбом, но это не точно. Ну а пока вы ждете первый студийный трек Арсения, приходите в игровую комнату Смайлик вместе с детьми и получайте удовольствие. Тебе понравилось? Да. Ну, собственно, вот так. Эй, кудёка, эй, кудёка, эй, калёка.